сейчас приехали. Рядом сзади за нами проходит река Колумбия. И вот мы приехали к водопадам. Вот некоторые из них замерзли, а вот один течет, падает. Место для туристов. Народ сегодня отдыхает, сегодня суббота. Очень красиво. Скалы такие. И вот это вторая сторона Колумбии реки. Река Колумбия. В ней ловят знаменитого осетра. Народ просто развлекается. Вот мы у подножья водопада. Ребята, я не представляю, как здесь красиво летом. Красота. И вот речушка, она идет в Колумбию. И вот там наверху еще одна площадка, люди ходят. Сегодня мы путешествуем по Орегону, на границе штата Вашингтон и штата Орегон. На противоположной стороне это уже Вашингтон, а здесь, где мы находимся, это Орегон. Мы находимся на Виста Пойнт, вот, и река эта называется Колумбия. Очень большая река, хорошая, судоходная. Вот здесь красивые водопады, но сегодня прохладненько здесь на высоте в горах. Вот, посмотрите, полюбуйтесь этой красотой. Вот сейчас я сниму немножечко. Вода очень красивый цвет имеет. Я не знаю, или сможет камера передать это. Внизу вы видите хайвей, который идет вдоль реки. И в той стороне, дальше, там идет пятерка. Пятый фривей и город Портланд за ним. Там аэропорт. Вот. А с правой стороны это город Ванкувер. Очень красивые места. Здесь вообще бесподобно. Виста Хаус. Вот специально сделано место, где можно приехать, выпить кофе, перекусить и полюбоваться вот этой красотой. Здесь все сделано добротно, выложено из камня. Сделано много парковок для автомобилей. Вот, конечно, пора сейчас не самая хорошая. Снежок наверху, ветер дует. Вот, но очень красиво здесь. Американцы думают не только о тех, кто ходит, но и кто ездит на колясочках. Смотрите, такой пандус сделан специально, чтобы люди могли подняться наверх. И в этом здании можно подняться наверх, самый на смотровую площадочку, и изнутри посмотреть на эту красоту.
Вот. Сейчас пойдем в середину. Ребята, приехали на шашлыки. Василий снимает пробу. Наш грузинский товарищ знает толк в этих шашлычках. Заготовлены мяско. Да, ребята, сейчас мы... Короче, можно не нюхать. А я думал, вот санюхать. Нет, ну запах, конечно, упасть. Ну, кормят нас. Какая красота, уехали там. А там все же.